Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть Dungeon Inc. Давайте заберем сразу сундучок, ребят, и у меня для вас просто офигенная тема, офигенное новое, как сказать, обновление было, обновление игры. Помимо этого, ребята, добавили много всяких фишек, и теперь, смотрите, заходим к боссу и смотрим, сколько у меня там бабла. 3 миллиона 120 тысяч. Это я набивал на протяжении нескольких... дней, может быть, месяцев. Смотрите, у меня здесь набито 821 ключик. Тоже набивал. Я не знаю, мы через 12 часов получим. Я, скорее всего, уже снимать это не буду. Но в любом случае расскажу, что я получил. И получу я, наверное, уже это, ребят, кое-где в прикольном месте. А именно, смотрим. То есть теперь вот здесь вот, кстати, в офисных турнирах мы получаем, ребята, денежки. Вот эти вот. Получаем страховку. Я думаю, что стоит уже это сделать. Смотрите, изменили, кстати. Так. Вот, смотрите. Улучшение комнат. 29 миллионов. 29 тысяч получили. И 3 миллиона только с рейдов. 3 миллиона просто. Офигеть. Ладно. Поставили мы печать. Ха-ха-ха-ха. Он поставил печать. О, кстати, она изменилась тоже. А, теперь разные варианты будут. Он затопил. Точнее, она затопила теперь все предприятие. О, офигеть, это круто, ребят. Я не знал, что здесь есть теперь разные варианты. Еее, 3 миллиона! Вы слышите это? Музыка новая. Круто. А прокачиваем, ребят, за 750 тысяч это. На 165. За 1 миллион можно, кстати, еще прокачать. Как думаете, стоит? Давайте прокачаем, чего нет. Просто пипец. Так, у нас 1 миллион остался. Прокачиваем раз, два. Скорость производства. Раз, два. Что еще? Вот это надо прокачать. Ой, господи. Вот это. Бонус касания. А, ревизия нам не нужна. Но мы, нам теперь во время рейда нужно. То есть прокачиваем. Раз, два, три, четыре. Хватит. Не больше. Так, бонус урона служащего при ревизии. Это мне не нужно. А вот при рейде. Вот. При рейде теперь мне нужно. Потому что я теперь буду постоянно, ребят, рейдить. Постоянно. Блин, не знаю, стоит ли еще прокачивать. Просто такие бабосы. А, у меня больше не хватает на эти прокачки, кстати. Эх, такие бабосы. Бонус процентов здоровья служащего во время рейда. Давайте это тоже прокачаем. То есть качаем все по максимуму, ребят. Все по максимуму. И это тоже прокачаем, все, 200 тысяч. Ребят, у нас осталось только 200 тысяч, что это такое? Это ревизия, ревизия, теперь я вообще, ребят, стараюсь обходить стороной, потому что это слишком сложно. И за это тоже дают абсолютно такие же деньги, как и за то. Понимаете? Время рейда, 200. Все, мы, ребят, потратили все бабосы. Все бабосы. Сразу кручу барабан. Сразу кручу, потому что мне нужно. Нужно крутить. Хотя нет, ребят, давайте посмотрим, что нам дали. Улучшили реликвии 50 раз. В принципе, неплохо. Окей. Давайте сразу, ладно, откроем все это. Я потом уже сделаю то, что я хочу. Смотрите, у нас вообще просто бабосы летят. Просто бабосы летят. Конкретно летят. Вы посмотрите на это. То есть, две комнаты мы сразу же открыли без проблем. Здесь децилионы нужны. Для того, чтобы децилионы, ребят, мы набрали. Смотрите, что мы делаем. Раз. Просто 301 децилион. Где у нас... она, ее здесь нету. Она вроде бы здесь. Это пока нам не по карману, ну ладно. Ага, то есть у меня все равно не хватает, окей. Надо летучих мышей еще сбивать. Все, теперь по карману. Офигеть просто, просто какая-то жесть. Так, вот она. И она сразу нам, смотрите, сколько бабла дает. То есть она дает возможность мне спокойно... прокачать все вот эти вот остальные штуки. При этом, если мы еще 4x, ребята, сейчас активируем, при этом будет вообще просто жесть. Я надеюсь, то, что мы прокачаем вот этот вот третий уровень, третий этап, прямо сейчас. То есть не будем почти времени затрачивать на то, чтобы, ну, как-то ожидать или что. То есть, я не знаю, как получится, ребят. Постараемся побыстрее. Так, ребят, результаты, кстати, обороны 20. Видите, здесь у меня тоже теперь сундуки, супер сундуки выпадают. Я не помню, они не золотые, они уже лучше. И что мы получаем, ребята, за то, что мы заняли 170-ю позицию, господи. Вот что мы получаем.
Вот такой вот сундук. Я уже один раз его получал, и в конце серии... не, в конце серии, скорее всего, не получим, ребят, с вами его. Но я уже за кадром получу и скажу, что я получил. Это круто. Давайте пока что посмотрим, что там за рейды. Хотя нет, сначала надо колесо крутануть. Так, крутанем колесице. Да, сразу с первого раза 4х, ребят. Все супер. Там суперская музыка сейчас начнется. Так, деньги, деньги... Сразу прокачиваем это. Бабла у нас должно быть немерено теперь. Давайте все-таки пока что сундук нападения прокачаем. Кстати, чтобы у нас за это время все было хорошо, давайте сюда поставим... Где она? Дохлый номер. Все верно. Для чего? Смотрите, если теперь дохлый номер у нас стоит, просто 4 FF мы получаем. 4 FF вместо того, чтобы получать меньше. Но все равно как-то мало, ребят, честно, как-то мало. Я думал, мы сразу все прокачаем, потому что два раза я прокачал, или сколько, три. Нет, сначала за 700 тысяч, потом за миллион. Получается, банк-банкай. Пускай эти чуваки нападают, в принципе, мне не страшно. Моя банда должна с ними справиться. А, кстати, да, и теперь у нас целых три новых чувака. Вот они. Целых три новых чувака, на работника и новый уровень, который я вам только сейчас покажу. И всех я открыл абсолютно. Здесь у меня все абсолютно есть. Жабокляк, Главмимик, Кондрашка, Налог на смерть, Мегалорец, Глазастик, Зоркий глаз. И, кстати, Черный котел теперь тоже у меня открыт. Очень долго его убивал. Очень сложно было его убить. Все. Победила она. Получаем сундук. И в сундуке что будет? Деньги. Правильно, деньги, 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 деньги. 92 F. Эфочки. Тихо, куда ты, мышь? Просто ставим сюда. И здесь сразу же выставляем дохлый номер. В принципе, сюда можно выставить сразу же красаву. Тогда вообще миллионы раз у нас увеличивается доход. Ну, не миллионы, но очень много, ребят. Очень большой доход теперь. Видите, 6 ГГ мы получаем. Здесь нужно H уже. Господи, слишком много. И этот чувак, кстати, на 20 секунд увеличивает заработок, если вы помните. Давайте подождем, пока он восстановит все. Летучие мыши, где вы? И пойдем сейчас, ребят, в рейд. Покажу вам, как теперь я сражаюсь в рейде. Я теперь сражаюсь немножко по-другому. Давайте вот так вот сделаем. Тогда у нас точно уже все будет хорошо. То есть здесь H нужно, а здесь мы получаем 711 H за секунды. Давайте еще это прокачаем. Так, ребят, у нас еще 3000% увеличенная скорость производства. Так, сразу сюда выставляем дохлый номер. Где ты есть? Вот она. Сюда выставляем налог на смерть. Он тоже дает процент, ребят, к заработку. И все, просто баблища сейчас будет. Офигеть, как много. То есть мы сразу же прокачали Огнегорье. Нам еще летающий остров прокачать. Помимо, ребят, этого у нас, смотрите, что здесь еще есть. Вдруг вы еще не поняли. Новый уровень. Вот он. Болотополь. Я надеюсь, что мы до него сегодня дойдем в этой серии. Так, ну пока что с ревизией надо справляться. То есть сколько у нас атака? 20 атака, господи. Ничего здесь не изменилось. Вроде бы качал. Не, я, кстати, это не качал. Да, все правильно. Я атаку в рейде качал. Так, что нам здесь? Уже JJ нужно. А где их брать? Такое количество. Забираем сундук. Надо было прокачать, кстати, уровень, на котором находится сейчас дохлый номер, чтобы побольше получить бабла. Ну ладно, сейчас прокачиваем, в любом случае. Видите, 10 JJ мы сразу получаем, только с этой фигни. То есть, бэнк. Бэнк. И пару мышей просто. И все, и у нас нужное количество есть. Ну ладно, я вас обманул. Но все равно мы близко находимся, чтобы прокачать это. А может даже так сделать. Так. В любом случае, мы уже близки. Так, участвуем в рейде, ребят. Покажу вам сейчас, как это все работает. Просто делаем автовыбор. Все очень просто. Нажимаем готово. У меня все очень сильные. Не уверен, что сейчас можем победить на 100%. Кстати, вот новый юнит. Он в Болотополе находится. То есть это значит, что мы сейчас сражаемся с сильным чуваком. Ну, надеюсь, что мы с ним справимся. Просто вызываем всех, как только у нас появится возможность. И все, и все просто вот этой кучей огромной идут атаковать. Кстати, сколько у нас? 18 урона. Что-то маловато, если честно. То есть прокачивал, прокачивал, да, эту фигню,
чтобы во время рейда наносить урон. А всего и 18. Что-то слишком маловато. Слишком. Ну ладно, в любом случае, здесь я уже атаковать не буду. Я могу только атаковать того, кто очень сильно мешает. Знаете кого? Это правильно, Фингал. Фингал. Он очень сильно мешает, и его, в принципе, иногда возможно убить. Но вот на этих уровнях, на которых я сейчас нахожусь, то есть это довольно-таки сильные противники против меня, Фингала вы навряд ли убьете, потому что он довольно-таки высокого уровня. Такие дела. И все. У нас даже никто не умер вроде, да? Это даже странно немножко, потому что обычно у меня хотя бы 1-2 умирают, а тут вообще никто не умер. 50 получили бабла. Как? Купюр. А до этого, ребят, я получал... Сейчас скажу, сколько. Получал... А, кстати, победили все-таки ее. 25 тысяч. 25 тысяч я получал, ребят. Вы представить себе такое можете, такую сумму. Так, где она? Дохлый номер ставим. Сюда ставим налог на смерть. Где он есть? Вот он. Сюда ставим потрясающего чувачка. Это его. И все, и у нас деньги просто мутятся. Спиннер крутится и так далее. Так. Помогаем нашему... Я уже забыл, как ее зовут. Глазастик, наверное. Нет. Да, Глазастик ее зовут. Просто есть зоркий глаз, и я что-то только что чуть не спутал. Помогаем ей победить их. У нас здесь все первого уровня. И, кстати, если прокачивать вот эту вот фигню, подземелье, то вы будете получать еще множители для заработка. То есть нужно их прокачивать. 1.6 кей. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать. Здесь эллочки нужны. Так что нам еще копить и копить. Но, в принципе, можно, знаете, что сделать? Докачать все до золотого уровня на первом этапе лесной форт. До золотого. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 и 50. Все, золотое здесь есть. А, все, нам серебряный дали. Я чуть не успел прочитать, но вроде бы мы получаем больше. Так... Отлично. Супер. Идеально. И вот у нас полностью золотого. В 9 триллионов раз. В 9 триллионов раз, ребят, повышается заработок. И так нужно все повышать. И не только до золотого уровня, надо до максимума. То есть максимум, который я знаю. Ну, это, видимо, и есть максимум на самом-то деле. Это платиновый. Так, здесь тоже прокачиваем до серебряного хотя бы. Здесь так серебряное. Пока что, потому что серебряный уровень тоже увеличивает, видите, в 9 миллионов раз. Отлично. Множители увеличиваем, но все равно заработок, видите, очень-очень-очень маленький. Надо прокачивать все-таки вот эту вот фигню, а денег-то все равно нет. Вот так вот. О, 3 элочки сразу. Офигеть, просто 26 прокачек. 3 элочки с одного этого, а нам нужно 8, ну, в принципе... Она будет зарабатывать ее, эти 3 элочки, даже почти 4, 35 минут. Жестко. Так, давайте пока отобьем ревизию. Опять-таки, внеочередную или очередную. Видите, в чем прикол ревизии? В том, что вам дают сундук. Деревянный. Прикол рейда в том, что вам навряд ли дадут деревянный сундук. Но при этом вы получаете очень много купюр. Видите, победили все-таки ее. Господи, что это за звук был? У меня чуть уши, ребят, не взорвались. Ну ладно, нормально. Вроде живой. Ну, этот сундук уже совсем не справился. Смотрите, с каждым попаданием в него мы получаем бабло. Это супер. Ларчик. Деньги. Не знаю, что прокачивать. Все-таки, наверное, этот уровень будем прокачивать. Еще x36. Да, давайте, почему бы и нет. А здесь мы 2 получаем. У нас, видимо, тогда был активирован... Главмимик.
Ну, может быть и нет. В любом случае, давайте, ребята, я все-таки, наверное, набью сундук и посмотрю, что нам из него выпадет. Так, ребят, что у нас сейчас происходит? Я уже почти заканчиваю набивать ключики для того, чтобы открыть сундучок. Сейчас посмотрим, что из него выпадет. Выглядит, ребята, это вот таким вот образом. Я просто посылаю всю эту армию свою из 5 человек. Всегда они рандомные, что у нас тут вообще имеется. Да, новых персонажей здесь нету. Я надеюсь, то, что в конце серии я хотя бы дойду. Хотя не уверен в этом, ребят. Не уверен. До нового уровня. Просто хочу показать, но, видите, даже учитывая то, что у меня такие прокачки крутые, то, что я прокачал банк Банкай, там несколько триллиардов или чего там вообще, бабла в несколько триллиардов процентов раз должно увеличиваться все. Все равно все очень медленно. Очень медленно у нас заработок идет. То есть побеждаем всех потихоньку. Здесь некоторые дают, ребят, вкусняшки. То есть, я имею в виду, некоторые персонажи дают бонусы. К примеру, у котелка бонус к атаке. То есть у наших всех вот этих вот рейдеров, кто находится в рейде, увеличено сейчас увеличенное количество атаки. Так, осталось всего ничего, смотрите, да? Три этих. И за это время, смотрите, у нас ничего не накопилось. Просто все это время рейда, который я был в рейде, у нас ничего не копилось. То есть не идет доход. Хм, интересно. Я даже не задумывался об этом. Окей, давайте, наверное, прокачаем это. Да. И прокачаем, точнее, используем. Ага, у нас все мертвы после рейда. Окей. Давайте пока ревизию пройдем. Открываем деревянный сундук пока что. После ревизии. Просто деньги. Просто деньги дали, окей. Что-то давно я такого не видел. Можем ли... Ну, а, да, можем прокачать вот эту фигню. Опять-таки. Прокачиваем и, в принципе, валим. Валим опять-таки в рейд, потому что нужно пройти все-таки его. Нужно его все-таки пройти. Что у нас тут вообще будет сейчас происходить? Смотрим, кто у нас злодеи, чтобы, может быть, сразу показать вам новых существ. Нет, новых существ нету, к сожалению. Ну, это мы 100% проходим это подземелье. Здесь никого сложного нету. Очень крутой персонаж. Это глав Мими, который... Вот он. С щупальцами такой сундук. Он, когда ударяет, ребят, он хилится. И порой бывает такое, что он один. Он один. Он один доходит до конца подземелья. Ну, не всегда, конечно, но бывает. То есть на этих уровнях навряд ли, потому что здесь довольно-таки сильные противники, опять-таки повторяю. Но при этом бывает. Видите, он хилится. Он подхилит где-то 1/3 своих жизней. И при этом урон у него довольно-таки значителен. Вот сейчас он погибнет, к сожалению, потому что Фингал нанесет предсмертный... Не погиб! Офигеть! Даже этого урона ему не хватило. Окей, смотрим, что нам выпало. Мы, кстати, на 140-й позиции. Супер сундук. Глазастик. Тошнотик. Шустрик. Дохлый номер. Блин, вот побольше бы, конечно. И 10 гемов. 12 ЛЛ, ребят. Хм. Мы сейчас можем сразу прокачать то, что нам нужно. Прокачиваем. Сэшки он стоит. Шустрик. Элки он стоит. Офигеть, что-то дорого, ребят. Что-то потом. Давайте потом. Сразу ставим сюда дохлый номер. А подождите, давайте посмотрим, что будет лучше. Красаву назначаем. У него 3000. 640 ЛЛ. А если дохлый номер? Ага, красава все-таки лучше. Я не знал. Буду теперь знать. Нападают опять на меня. Смотрите, что мы здесь сделаем. Этот чувак просто сейчас будет бить. И смотрите, сколько он бабла зарабатывает. Только благодаря тому, что он бьет их кулаками. Вот здесь бы поставить, знаете, кого? Урезателя. Что-то я его не увидел. А вот он здесь стоит, потому что... Ну ладно, в любом случае, у нас уже хватает денег, мне кажется, для прокачки. Но это не точно. Нет, не хватает, там эмочки нужны. Ну все, что нам нужно, это вот сделать вот так вот. Сделать вот так вот. Все. Просто посмотри, сколько бабла мы сейчас будем срубать. Нам сейчас выпадет деревянный сундук, и с него тоже выпадет дофига бабла. И мне кажется, мы сразу сможем прокачать следующую комнатку, да? Да. Блин, здесь только деньги опять выпадают. Да что ж такое? Сюда. Здесь уже ставим дохлый номер. Видите, сколько бабла? Сколько бабла?
мы можем без проблем сейчас прокачать Шустрика. Теперь нам, для нас эта сумма довольно-таки весомая. Невесомая, точнее, была весомая, а теперь довольно-таки примитивная. Стандартная, небольшая. Так. Мыши летучие. Сразу же это прожимаем. Сколько там стоит? 84, господи, слишком долго. Так, ну пока что можно прокачать, ребята, можно прокачать до золотого уровня, я думаю. Да господи. Так. Хотя все равно дофига бабла требует. Так. ГГ. HH. Ну не, в принципе, не так много, как я думал, потребовало. Все, видите, теперь у нас и здесь золотой уровень. Золотое подземелье. Наверное, стоит еще докачать вот это, наверное, уже. Хотя мы там только начали, да? Поэтому докачивать что-то. Мы там только построили то подземелье. Видите, не дойдем мы до пятого, ребят. Скорее всего, в следующем видео мы дойдем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Это была игра под названием Dungeon Inc. И в следующей серии... Я в прошлый раз говорил, что это будет последнее видео. Теперь я говорю, что, скорее всего, следующее будет последнее видео. Видите, просто добавили обновление, добавили новых существ, добавили новое подземелье. И поэтому вот так вот получается. С вами был Лекс, подписываемся, ставим лайки, пишем в комментариях, не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании и в шапке канала. Всем спасибо за просмотр и всем добра!